Совсем скоро начнется матч под номером 3 сегодня. UFL 1. ФШМ принимает сегодня весь день. Принимает, никак не принимается. Мастер Сатурн. И пока этот день не складывается в пользу московской команды. Два матча, два поражения. Кто знает, может быть, сейчас самые наблюдали за тренером гостей. Сейчас все внимание на поле, а на этом самом поле Сатурн летит вперед. Довольно древесный прием мяча, но тем не менее удается сохранить над ним контроль. Удаль, дальний угол, 1-0, офсайд. На пятой минуте прошла быстрая атака у Сатурна с передачей налево и бильярдным ударом в дальний. Ну, конечно, прием до этого удающего был не очень нежный. Повод давать нападающие в футболе. Конечно же, забивать. Получится ли сегодня, узнаем. Вот вам еще один инфляционный повод. Сейчас будет гол! Нет! Так, там живой человек вообще, мне кажется, мог пострадать, нападающий в ШМ, потому что места не очень много. Может быть, он в штангу стукнулся или там еще забор неподалеку, знаете ли. И забор этот не из поролона. И что, неужели нет ни игры? Вот это да! Ай-яй-яй, Сатурн упускает на пустом месте, создается момент. Видимо, не слишком организованно действовала оборона. ФШМ-ку скоро двоим. Ух ты, ничего себе, как вам такое исполнение? Если получится потом длинный повтор показать с действием Масько, обратите внимание, как он мяч обработал перед тем, как пробил слева. Пенальти. Абсолютно никаких вопросов. Это 11-метровый легкий момент для судьи. 11-метровых точных в этом сезоне. И вообще всего забито 8 мячей. 25-я минута. Ну, такие не берутся. 1-0. Мастер Сатурн держит фишку сегодняшнего игрового дня, забивая регулярно первым. Потому что, наверное, слишком должно все хорошо складываться. И вынослив ты должен быть просто как слон. Если ты все время на передовой... Ох ты! 36-я минута. Еще один голевой момент для ФШМ. Спустя много времени. Вот, посмотрим, как это было еще раз. Отлично. Повезло ему. Во втором великолепно сыграл Даниэль Агасян. Голкипер Сатурну. Что это такое? Что за странные действия Агияна? Вот какой-то просто сумасшедший дом. Человек упал. Допустил ошибку. Момент! Это, кстати, Умаров, по-моему, да? 11-й же номер. Мог выйти, смотрите, вот раз. Ну, это, точнее, это не раз. Это уже на позиции центрального полузащитника. Ну, Уварова, видимо. Пошла передача. Отлично сыграно! Шикарный момент! Но я хочу отметить, знаете кого? Сейчас скажу. Сергеева. 14-й номер Сатурна. Вот кто спас ситуацию. А вот этот пропуск мяча... что в этом матче мы все-таки увидим еще взятие ворот. По крайней мере, все-таки надежды такие есть. Не сказать, что много предпосылок, но надежда, как известно, умирает в последнюю очередь. Я хочу сказать, что хорошо вышел Уваров. Ой, подача. И удар головой. С фолом в атаке, впрочем. Так что даже если бы мяч каким-то образом непонятно впорхнул бы в ворота. Это прям фишка. Сыграть в стенку с чужим, и все получится у тебя. А за спиной человек совершенно свободный. Браво, пропускай! Какая красота! Умница, умница, что пропустил. Счет становится 2-0, нет офсайда. Это самое главное, что нужно знать сейчас. 73-я минута становится счастливой для Сатурна. Ворота ФШМ влетает, который зафиксирует победу Сатурна. Да, это случилось. Поздравляем мастер Сатурн. Они одерживают важную победу, гостевую победу над ФШМ в Москве. Еще раз напомню, друзья, сегодня все три встречи в рамках UFL закончились не в пользу московской команды.